Миниатюрные провода для космических ракет, специальные устройства для скоростных поездов, прочная обувь для спасателей и полицейских. Продукция предприятий республики востребована во многих отраслях, но немногие знают, что именно производят чуарские заводы и где применяются эти разработки. В новом проекте мы расскажем о технологиях, которые делают нашу жизнь интереснее. В эфире программа «Сделано в Чувашии». Электронные модули, печатные платы, генераторы и приемники сигналов. Вся эта техника производится на Чебоксарском заводе «Элара». На предприятии наладили выпуск и вот такого пульта управления машиниста. Сейчас его устанавливают на скоростных поездах «Иволга», на рельсы они встанут в ближайшие годы. Но интеллектуальная система уже прошла все необходимые тесты. Разработчики гарантируют безопасность пути. Панель оборудована автопилотом и устройствами, которые позволяют человеку постоянно контролировать все процессы. Здесь мы реализуем и систему автоведения, систему видеонаблюдения, систему пожароохранной сигнализации. Вот, система очень гибкая, значит, и позволяет заказчику выбирать, какие функции ему нужны, а какие нет, ну и, соответственно, регулировать стоимость. Продукция этого завода применяется и в подвижных составах московского метрополитена. Именно здесь выпускают блоки управления вагонами. Сделали корпусную деталь, печатанный модуль, смонтированный. Поверхностный монтаж. Вот здесь можно. Далее представлена аппаратура МСУ, аппаратура процессной системы управления для тепловозов. Здесь мы работаем с ООО «МИКТИ», колуминским разработчиком этой техники. Наши микропроцессные системы устанавливаются на луганских тепловозах, на брянских. Предприятия республики выпускают инновационные продукты. По дорогам страны колесят цистерны Чебоксарского завода «Сеспель». Аналогов им нет больше нигде. А комбинат автомобильных фургонов уже давно работает на нужды Министерства обороны. Специальные кузовы для монтажа аппаратуры, медицинские модули, передвижные склады и даже жилые комплексы для солдат. В полевых условиях эта техника работает без перебоев. Ну а пассажирам поездов в дальнем пути дает комфорт продукция Чебоксарской ватной фабрики. Для концерна РЖД здесь уже давно шьют матрасы, одеяла и подушки. На предприятии сейчас планируют начать выпуск термовойлока и тинсулейта. Заводы по их производству в стране можно пересчитать по пальцам. Хотя спрос на эти материалы большой. Фабрика уже принимает заказы по пошиву одежды для работников севера. Тинсулейт пока в России вообще не выпускается. Это новый современный синтетический материал. Он был разработан специально по заказу НАСА. Вот сейчас мы хотим наладить производство на нашем предприятии. Термовойлок он выпускается в Московской области, в Ногинске. Тоже одно единственное предприятие. Тоже не может пока весь рынок обеспечить этим материалом. А до этого и тинсулейт, и термовойлок. В основном он завозится из Китая и из Италии. Планируем запустить производство уже в третьем квартале 2015 года. Железнодорожники, полицейские, спасатели, специальную обувь для них тоже производят в Чебоксарах. На этом предприятии делают ботинки и сапоги, которые выдерживают любые нагрузки, экстремальные низкие холода. Натуральный мех и кожа, прочная подошва. Заказы на эту обувь поступают даже из-за рубежа. Я знаю продукцию этого завода, лично опробовал ее. И могу сказать, что то, что мы сейчас увидели с точки зрения технологии производства, это, конечно, уже совершенно другое производство. Я помню, еще в Питере ходил на скороход, смотрел совместное производство «Саламандры». Там другая продукция была, другая продукция. Но вот то, что сегодня делается в виде рабочей одежды, я считаю, что, в общем, честно говоря, не грех продавать и в магазинах. Немногие любители фастфудов догадываются, что вот такие соусы в миниатюрных упаковках тоже производят в республике. Их изготавливают на заводе «Дивилей» в Канаше. Вообще, отмечают эксперты, чувашские предприятия выпускают продукты, которые востребованы не только на внутреннем рынке, но и за рубежом. В последнее время, ввиду введения санкций и роста курса валют, наша продукция, она получает дополнительные возможности для выхода на новые рынки. Потому что, например, раньше многие организации, они не обращали внимания на отечественные продукты. Наши изделия становятся более доступны, и даже те организации, которые никогда не закупали ее, начинают ее приобретать, где-то пробные партии, используют ее, понимают, что она ничем не уступает импортным аналогам, а где-то даже их и превосходит. И мы для себя видим в этом какой-то плюс. Ну, для нас, для нашей промышленности, в том, что
благодаря кризису они получат для себя новые рынки. Доля инновационных продуктов, которые производят предприятия республики, растет с каждым годом. Эксперты прогнозируют, что спрос на ноу-хау не снизится и в этом году.